Суместное посяжение коллегий следших комитетов Армении, Белоруссии и России у Гомеле – третье по лику. У красовику минулого года у Петербурга обмерковывали пытание правовой допомоги громадянам трех краин. У Кастрышнику у Ереване завернулись до тематики взаимодействия территориальных подразделений и попереживания злочинства у сферы информационных технологий. Мы с удовлетворением отмечаем, что в эпоху глобализации и различного рода разъединительных процессов, различных обществ, общественных формирований, следственные комитеты наших дружественных стран находят возможность как раз процессов объединительных. Наша сила именно в единстве, в том, что мы выступаем единым кулаком в борьбе с преступностью, в первую очередь с транснациональной, с международной преступностью. Посяжение коллеги следственных комитетов Армении, Беларуси и России у Гомеле протягивалось боль запланованного часу. Потом удельники означать, обмерковывались выключно практичные пытания. От створения совместных оперативно-следственных групп до выкористания усими боками интернет-махчимостью при проведении следственных мероприемств. У приватности размова иде об отримании информации о выпадках, коли представники правоохранных органов и сведки криминальных подей находятся у разных краинах. С этой пропановой погаджаются усе, але россияне выказывают одну заувагу. Необходимо максимально полно гарантовать для таких каналов безпеку от вмешательства. Будем обязательно прорабатывать, обращаться в Госдуму, в Совет Федерации, к их консультантам. Но действительно, поскольку у нас правовое сотрудничество, проблема в том, чтобы нас услышали законодатели Российской Федерации, Республики Армения. Вот. И мы будем сделать все, чтобы это произошло, чтобы нас поняли, услышали и доказывать, убеждать. Совместное посяжение коллеги следственных комитетов Армении, Беларуси и России завершается подписанием выниковых документов трехбоковыми об удосконаливании деятельности органов попереднего расследования и двухбоковыми, которые тычатся разных накерунков сотрудничества. После завершения этой процедуры удельники встречи отзначить. При створении следственных комитетов у других краинах формат встреч может быть поширенный. Мы привлекаем к нашей работе других государств, других органов, следственных органов других государств, но только можем мы провести такое совещание, то есть коллеги, только с теми, которые действительно имеют следственные органы в таком же формате, что и в Армении, и Беларусь, и Россия. Коллегия прошла на очень высоком уровне. И в первую очередь, в связи с этим я хотел бы высказать слова искренней благодарности местной исполнительной власти и в особенности лично губернатору Гомельской области Владимиру Андреевичу Дворнику за тот неоценимый вклад во взаимоотношения со всем правоохранительным блоком в области, ну и за организацию этой коллегии. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».